Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Оверлорд, темная легенда. Мы продолжаем. И нам необходимо вернуться обратно в замок, узнать, что там есть у Гнарла, ведь мы вернули зеленых прихвостней, улей. Можно их прокачать, посмотреть, что мы сможем найти. Ну плюс, ребята, у нас тут есть какой-то проход. Проход, который неизвестно куда ведет. И возникает вопрос, пойти сюда или вернуться в замок? Я думаю, вернемся в замок, а потом, если что, мы телепортируемся обратно в эту локацию. Вот она, собственно, открыта. Кстати, практически все открыты. И потом посмотрим, что у нас там. Давайте вернемся. Так, вот сюда вот. Ага. Все. И нам бы не помешало бы найти последнюю эту... плавильню. Похоже, что эльфы и гномы планируют оба начать войну, повелитель. Нам нужно удостовериться, что Гринвейл не получит полномасштабный удар. Так, дружба между гномами и эльфами всегда была ненадежной. Немного вмешательства тут и там. Я думаю, мы сможем разжечь менее дружественные отношения между ними. Итак, мы сможем это, если заставим каждую расу думать, что другая доставляет неприятности. Теперь, прихвостням понадобится некоторая маскировка. У гномов есть специальные дипломатические представительские наряды, которые они используют при встречах. Не очень красочные, вы увидите. Я полагаю, мы сможем найти их внутри фабрики гномов. Понятно. Дебоширы растений! То есть, нам нужно как бы рассорить две вот эти враждующие расы. То есть, как бы, они как бы вместе, может, могут быть, но сейчас мы их друг на друга натравим. И у меня, как бы, по сути, две локации открываются. Но сначала, ребят, сначала прокачаем наших прихвостней. Во, зеленые, да, конечно, на максимум. Куда же еще деньги девать-то, ё-моё? Во. Все. У нас армия теперь непобедимая абсолютная. Броня, так, ну у нас тут, в принципе, все стандартно. Все самое лучшее, по крайней мере, на данный момент. А, господи, я по-моему зависло, ничего себе. Был бы номер. Ну, пора вернуться назад, посмотреть, что мы открыли. Плюс ко всему, у нас в некоторых старых локациях есть места, в которые следует попасть. Король каньона! В которые следует попасть, чтобы собрать недостающие улучшения. Ой, вот куда мне идти? Угу. Предлагают сюда. Вот здесь, кстати, у нас вот есть вот то, что мы это самое не собрали. Еще здесь есть где-то. Блин, ну тут вообще везде, в принципе, есть места, в которых мы не бывали. Вот эта долина. Господи. Давайте-ка вернемся сюда, посмотрим, что у нас здесь хотя бы открыто-то было изначально. Может быть, реально есть где-нибудь плавильня? По-хорошему бы все исследовать. Вообще надо по-хорошему пробежаться по старым локациям и собрать все, что мы не собрали. В Meadows Wood там есть тоже места, где закрыто все ядовитым газом. Так, это мы сейчас, наверное, вернемся, знаете, куда? В ту локацию, в которой уже были. Ух ты. Ух ты. Ёшкин кот. Надо зеленых вызвать. Что-то я не подумал. Думал, они с нами будут. Оказывается, их надо отдельно вызвать. Ну, сейчас вызовем. У нас жизненных сил довольно-таки-то много. Нету зеленых. Представляете? А может, я сейчас просто от одной точки к другой перемещусь, призову зеленых и обратно к этой вернусь, чтобы потом как-то можно... Во! Так. Бурые сюда. Блин, что так это? Вот, а то что-то как-то темновато стало. Это не есть хорошо, естественно. Вот. И обратно. Временами как-то тускло все становится, стоит только в меню зайти, и все сразу восстанавливается. Угу. Да что ж такое, а? После каждого использования телепорта вот такая хрень происходит. Ну и ладно, в принципе-то. Это, в конце концов, эмулятор.
И это крайне незначительно по сравнению с тем, что может вообще быть. Назад. Все. Так, ребята. Да чтоб вас! Все. Так. Так. Куда ж ты, елки-палки? Я ж тебе сказал, вот это вот убирай. Все. Так-то лучше. Угу. Вынесите вот это вот. Во. Ну я здесь был. Я здесь был. Поэтому отсюда, в принципе, можно вообще сваливать по-хорошему. И отправиться, скорее всего, в Meadowsweet. Там у нас тоже есть некоторые места, в которых обязательно стоит побывать. Поэтому давайте-ка отправимся. Ох ты. Хм. Так. Долина. Стойте, а я... И тут выход, и там выход. Хм. А может быть я телепортируюсь? Погодите. Да, блин, перемещай... Ах ты! Так. А я не могу. Он не может телепортироваться, потому что мне эти порталы мешают. Обалдеть. В Meadowsweet может. Блин, где же у нас были-то эти? У нас, понятное дело, тут есть. Этот, как его, реликвия там, еще улучшение. Но ведь есть и другие места. Ну, давайте, в принципе, сюда отправимся. Соберем хотя бы то, что есть здесь. Тут, в принципе, одно место. Да господи, почему я иногда не могу телепортироваться? Тут вообще бред собачий. Непонятно, с чем это связано. Угу. Во, наконец-то. Странно как-то это все. Ну-ка. Теперь мы можем... Господи, да давай ты посветлее картинку. Вот, теперь мы можем... собрать то, что не собрали в прошлый раз. Увеличить количество прихвостней, может быть, апгрейды какие-нибудь, оно-то и понятно. Но мне надо в старых локациях побывать. И собрать то, что мы не собирали. Так. Во. Ну бейте, бейте. Чё вы там все стоите? О, сундук. Так, погодите. Здесь это как бы конец этой локации здесь был. То есть мы как бы начали с конца, я помню. А то, что нам надо, находилось где-то рядом с трубами какими-то. О, слушайте, я магией вообще все ящики могу только так ломать. Тем более, учитывая, какой у нас запас магии колоссальный. Вот. Ах ты. Давайте, 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 давайте. Все. Зараза. Мне нужно еще зеленых прихвостней найти. Ах ты, черт. Придется вернуться назад по этому пути. Кого там скинуть? Ну, в принципе, бурых, наверное, скинем. Потому что... Ой, здоровье-то какая у нас шалит. Это хреново. Бурые, бурые, бурые. Так. Ух ты, и этот еще засранец со слизнями своими, да? Твою мать! Не перебили бы всех наших. Так, все. Они еще и пуляются, зараза. Блин, а вы гляньте, у меня черепок рисуется уже. Вместо... Да что ж такое, а? Все. Отлично. Давай, давай, давай. Прямо шутер какой-то уже начался. Магии стреляем. Что-то какой-то косяк дикий. Вообще дикий косяк. Давайте, валите, валите, валите. Опа-на. Опа-на. Да сколько тебя там, а? Караул, я еще и не туда побежал.
О-о-о-о. Вообще не вариант. Вообще не вариант. Во, яма. Так, ребята, вы знаете, что делать. Вот первый, второй, ну и третьего туда же. Мы сейчас все равно их возродим. Мне бы только добежать. Хотя, в принципе-то, уже-то я добегу. Давайте, куда? Икона, мать! Что же вы... Ну, а магии-то нету? Кончилась магия? И, кстати, у этого повелителя нет того, что было у первого повелителя. Или хотя бы у второго. Первый у нас мог здоровье сам по себе восстанавливать, если вкачать броню, там как Росомах остановился, неуязвимым практически. Раны прямо на глазах практически заживали, то здесь такого нет. Или хотя бы питаться от портала, как это делал второй повелитель. Но поскольку второй у нас родился после, как там... катаклизма магического и был своего рода заражен, то он, в принципе-то, все это как бы и объяснял, почему он мог питаться от портала, потому что он как бы был испорчен магией. И это сказалось на его цвете кожи. Он был там синеватый какой-то весь, в каких-то рисунках. Такие полоски были белые. Первый, естественно, таким не обладал, но ему не нужна была магия, эти порталы, он сам устанавливал здоровье. Угу, а уже один зеленый остался, вообще обалдеть. Так. Что-то я не понял. Где еще один? Вот. Так, и синих, вот. Теперь идем. Теперь идем и соберем то, что там есть. Я что-то не пойму, вот какого черта этот слизь не пускает? Я же в тот раз их всех перебил, как бы, да? И они у него закончились. А теперь они просто бесконечно прут. И это странновато. Ну давайте, идите собирайте. Да иди ты нафиг, ё-моё, а. Во. Угу, ребята понесли. Давайте, давайте, давайте. Интересно, сколько нам набавит-то хотя бы? Вот это нам нужно. Вот это нам очень нужно. И где-то там нам требовалось, я помню, аж 19 прихвостней. По-моему, кстати, где-то в этой локации. А может и нет, я вот уже вот и не припомню. В общем, тут надо все исследовать. Во. А что у нас там? Ага, 17, ага, не хватает, еще нам нужно найти увеличение, кстати, причем последнее, если я не ошибаюсь, и у нас будет максимальное количество прихвостней, ну, наверное, 20 для ровного числа, я так думаю, будет это все. Ну, искать это последнее улучшение, друзья, мы будем в следующей серии, спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх, с вами, как всегда, был Андрей Доцент, всего хорошего вам, всем пока.